Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и это обзор на игру Naval Storm. Да, это Tower Defense, где мы будем строить башни, и этими же башнями разрушать просто орды войск. Но в данном случае это, конечно же, будут лодки, корабли, катера и так далее, как я полагаю. Поэтому что ж, давайте перейдем в игру, ну и, конечно же, я вам немножко покажу, что же она из себя представляет. Для начала, наверное, не зайдем мы выиграть, потому что первоначально, что хотелось бы сделать, это, конечно же, пройти по веткам исследования. Здесь есть ветки исследования, где мы можем прокачивать пулеметы, торпеды, радарные станции, минометы, химзаводы и ракетные шахты. Это как раз-таки своего рода и есть те самые башни, которые нам придется строить. И таким образом, конечно же, побеждать, накапливать звезды и продвигаться по локациям. Возможности. Что из себя представляют возможности? Здесь мы тоже можем потихоньку прокачиваться, как вы видите. Выбирать можно все, что угодно. Мастер-минер, орбитальный удар. В общем, это своего рода способности, которые нам предлагаются. Если я, например, куплю эту способность, это будет очень круто. Авиаудар у меня открыт, минное поле открыто, ну и ядерная бомба также открыта. В игру я уже немножечко поиграл, и честно вам скажу, что у меня что-то да получается сделать, что немаловажно. Переходим, конечно же, теперь в играть. И, как вы видите, на данный момент мне доступны 4 главы. А также я прошел первую главу, вторую, и мне открыта на данный момент третья глава. Ну и, конечно же, начнем мы, наверное, все-таки с первой, чтобы немножечко показать вам процесс. Ну и мне, конечно же, чтобы было легче. И давайте начнем, я думаю, что с третьей зоны. Вот наша торпеда, она называется, потому что все-таки первая это слишком легко. А здесь сложность невероятная, просто невероятная. Если мы нажмем на первую, то, в принципе, тоже невероятная. Но есть тяжелая. Вот тяжелую можно попробовать. Давайте посмотрим. Что ж, игра загружается. Графика мне очень сильно понравилась. При этом у меня она работает на высоких, на самых максимальных настройках. При этом на моем планшете. На максималках. Это клево. Так, ну и что ж, начнем мы, конечно же, я думаю, вот с пулеметов. Потому что мне нравится, не знаю почему, но мне нравится ставить пулеметы. Так, и, блин, здесь сразу с трех точек вылетать будут. Не очень хорошо. Давайте-ка вот здесь вот тоже пулемет поставим. И здесь тоже пулемет. Я не знаю, честно говоря. Пулеметов, я вам скажу так, мало не бывает. Поэтому давайте смотреть, что у нас получится. Так, ну пока что вроде бы все хорошо. Так, вот эта вот лодка, что она дает? Так, давай, гаси ее. Вот так вот ракетами сразу же забросали. Отлично, неплохо. Добивай, совсем чуть-чуть осталось. Нужен. Ты дотянешь, давай. Блин, нет, 8 секунд. 8 секунд остается. 5, 4, 3, 2, 1. Я добью ее. Я ее добью, я уверен. Фу, все, хорошо, мы ее добиваем. Бамс, готово. Отлично, мы успели. О нет, лодок все больше и больше становится. И это очень плохо, потому что я могу не успеть. Я просто могу не успеть. Вы посмотрите, сколько здесь этих лодок. Это жесть просто. Это просто жесть. И что делать дальше, когда... Так, и какую добьют, как вы считаете? Мне кажется, и не ту, и не ту. Но здесь как бы две плывет, поэтому мне кажется, лучше сюда пострелять. Нет, к сожалению, у меня ничего не вышло. И это называется легкий уровень. Это не легкий уровень, но ладно. Пока что мы кое-как справились. Смотрите, здесь можно крутить картой, и это очень клево смотрится. Можно сделать даже вот такой вот вид. И да, миссия провалена. Давайте повторим. Я, наверное, все-таки сделал что-то не то, и я думаю, что знаю, что я сделал неправильно. Сейчас я постараюсь все исправить. В общем, они идут с трех сторон. Это самое главное. Значит, вот на этом пересечении, нам нужно построить вот эту базу. Потому что здесь будет тогда замедление, это будет очень клево смотреться. И мы, я думаю, что будем таким вот образом побеждать. В целом, все, что мне нужно, я вроде как сделал. Поэтому запускаем первые лодочки и погнали. У меня на данный момент 51 доллар. Этого недостаточно. Этого недостаточно, в общем, короче. И мне нужно кое-что сделать. И, наверное, сейчас мне придется выпустить... Вот здесь вот ракеты. Давай, первая, вторая, третья, четвертая. Ах, не хватило-то совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватило.
Так, а что тогда делать? Ну все, эту лодку мы слили, как мне кажется. Ну ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что как-нибудь справимся. Так, ставим вот эту вот штукенцию. Отлично, и здесь то же самое. Готово, давай гаси. Отлично, они здесь должны будут замедлиться. Замедлиться. Да-да-да-да, они уже замедляются, по-моему. Ну и какую добивать? Естественно, вот эту, потому что это ближе. И то, ракет было недостаточно. Ракет было недостаточно. Скорее всего, я снова проиграл. Блин, нет, не хочу проигрывать. Почему все так дорого? Это очень странно. Так, еще одна и еще одна лодка пошла. Ладно, хорошо. Ну же, блин, отлично. Неужели? Повторить, миссия провалена. Нет, все-таки я сумею победить. Да, конечно, немножко сложновато, но, как вы видите, в этом-то и большой плюс. Что ж, давайте попробуем еще раз. И здесь, в принципе, нужна тактика. Самое главное здесь это тактика. Если я подберу правильную тактику, то все будет отлично. Пока что правильной тактики, по-моему, не было. Я думаю, многие это увидели. Но сейчас я уверен, что я сделал все правильно. Мы делаем все вот таким вот образом. Вот эта вот пушка, она будет потихоньку ракетами добивать, если вдруг это понадобится нам. Ну и как вы видите, вот, все, понадобилось. Первая ракета, вторая, как вы видите, все, разрушили. Не с первого раза, конечно, получается подобрать нужную тактику, но вот сейчас мне кажется, что все получилось. Так, давайте-ка запустим сейчас вот эту вот тему. Так, ну и погнали. Смотрим, что у нас дальше идет. А дальше мы разбиваем потихоньку кораблики, неплохо. Так, ну их здесь три, это не так хорошо, как кажется. Но зато если мы вот так вот сделаем, все будет гораздо интереснее. Все будет гораздо интересней. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Все, я успел. Я успел здесь кое-что сделать. Это хорошо. Так, ну эти торпеды я пока что поставить не могу. Ладно, неважно. Ну и что у нас здесь получится? Так, 58. 58 мало. 62 тоже очень мало. 75. Так, ладно, вот эту вот лодку надо гасить. Блин, не попал, не успел, ну как так-то? Так, ладно. Вот здесь мы такую же поставим пушку. И это какая волна была? Третья из пяти. Да запускай ты уже. В любом случае, я думаю, справиться мы должны. Так, хорошо, они разошлись. Они потихоньку разошлись. Там вот эта вот лодка вырвалась. Но это нормально, это даже очень хорошо. Мне сейчас 75 накопить. Отлично, все. Пошла жара, я думаю, это победа. Это победа за нами, потому что я уже продержался 4 волны. А это не так уж и плохо. Так, хорошо. Хорошо, так, здесь мы тоже справились. Так, давайте прокачаем. Как вы видите, плюс 2 монеты мне дали за то, что я раньше времени начал. Это очень хорошо. Так. Ну, здесь целая туча просто лодок. Я не знаю, ну, блин, эти ракеты, они особо не помогают. Поэтому это так чисто ради прикола, если... Отлично, справился. Неплохо так, и под конец поставил пушку, и таким образом у меня получилось вырвать целых 4 звезды на этой локации. Можно было, в принципе, и 5 звезд вырвать, но это было бы гораздо сложнее. Если вам понравилась наша игра, оцените нас в маркете. Чуть позже я, конечно же, оценю, но на данный момент, в принципе, вы, ребята, я думаю, что суть игры поняли. Это Tower Defense, где нам нужно пройти... Как вы видите, 4 локации, и в скором времени добавят еще 2. Ну и, конечно же, все это нужно сделать на 5 звезд. На 5 звезд и как можно за короткое время. В целом, здесь каждый день выдаются бонусы, монеты копятся не так уж и
не то чтобы легко, не так уж и сложно, я хотел сказать. После этого монета обменяется на нефть, и с помощью нефти прокачиваете вот эту вот ветку полностью всю. И таким образом становитесь гораздо сильнее. Игра доступна как на Android, так и на iOS, поэтому, ребят, ссылки будут в описании. Переходите по ним, скачивайте. Ну а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.